добрались с большими препятствиями сюда, извините за опоздание, но я тут ни при чем. И, как всегда, я сначала произнесу небольшую речь, скромную. Важна встреча с песней 60-70-х годов. Я тогда писал песни, начал писать и где-то вскоре кончил в тех же годах. И это было время, когда гитары были семиструнные, мы на гитарах играли слабо и не придавали никакого значения умению играть на гитаре. Это был просто полезный инструмент для того, чтобы поделиться своими мыслями с друзьями, иногда даже с какой-то определенной аудиторией, но маленькой. Мы никогда в те времена не выступали в залах, это началось позже. И учились друг у друга играть на гитарах. Когда поет Юра Виспер, я хочу его песню петь, я беру, подхожу к Диму, говорю: слушай, научи меня играть на гитаре. Он показывает мне 7 аккордов, и я, значит, на этих аккордах выучиваю их и пою любую песню. Затем, когда я все перепел, я тоже хочу написать песенку, напишу, ко мне приходит такой же специалист и говорит: научи меня играть на гитаре. Я его учу, но уже с минусом. И вот таким делением мы размножались. И пели мы от собственного имени всегда. Говорили «я». И у нас не было таких хоровых пений и все прочее. Только каждый излагал свои мысли про себя, говорили. В каждой песне у нас всегда было слово «я». Или Визбор говорит: так вот мое начало, а я еду за туманом. И так далее. Все говорят так: я. Сейчас стали играть значительно лучше, гитары стали 12-струнные даже, дорогие. У всех образование музыкальное, у тех, кто поет, в основном. Мы нот никто не знал. Ни Визбор, ни Высоцкий, ни я, ни Галич, ни Кужар, ни вот. Вот и мы, значит, после этого стали петь теперь дуэтами, квартетами, хорами даже. Но пропал какой-то вот тот самый интим этих годов, когда все было как-то потеплее немножко. Сейчас больше внимания уделяется умению играть на гитаре, петь и строить во время исполнения дуэта, квартета. Вот Сережа Никитин, скажем, в свое время получил первую премию на «Алло, мы ищем таланты», спев квартетом с тремя еще юношами, спел песню «Я люблю». Проходит жизнь, которую я люблю. Ну, во-первых, любить квартетом — это как-то с точки зрения нравственности совсем. Во-вторых, это напоминает мне, как ансамбль «Советской армии», коллектив в 100 годах, пел песню «Выхожу один я на дорогу». Ну, как люди попривыкли, что можно петь и дуэтами, и квартетами, но быть не умеет петь хором, вообще-то говоря. Если составить симбардом петь хором, такая разногласица. Вот сейчас такой эксперимент проводится. 10 человек поет вместе песню «А я еду за туманом». То есть 10 человек за туманом поехал. Но это лучшие барды. Это Верховский, там Ващенко, Васильев, Мещуки и так далее. Ну, пусть так будет. А я буду петь, как умею. Я не собирался песни петь. Я тренер по фигурному катанию на коньках. Я в 54-м году окончил институт физкультуры имени Лескова. Я древний как мамонт. И вот, и долго, 25 лет работал тренером. Но лето свободное было, летних катков не было. Я поехал в экспедицию с геологами в тайгу. Меня позвал Глеб Горбовский и Женя Айсен, такие поэты-геологи. Я поехал и услышал вот эти песни. Песни Акуджавы, Новеллы Матвеевой, Александра Городницкого. Тогда он уже был достаточно известный. Была Акуджава, Новелла Матвеева, я ее рассказал. И потерял интерес к тому, чем я увлекался. Увлекался я джазом, играл диксиленди на барабане и пел, как мне казалось, на иностранном языке. Но тут получилось, можно петь на русском, я стал петь на этом, и когда все это не пел, сам в следующую экспедицию поехал и по дороге написал, сам придумал песню «От полноты чувств». Я не знал, что с ней дальше будет, но знал, зачем еду. Так эту песню назвал «За туманом». Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди сосланы
делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Начались чудеса. Когда я приехал, меня позвали и сказали, что я победитель первого ленинградского конкурса «Туристская песня». Мало того, что пока еще не позвали, я слышал с удивлением, как ее поют то в метро, то на улице, то в электричке. Ее со сцены стали петь, она в рестораны вошла, эта песня. Ее на 4/4 переделали, стали играть вот так вот. Понимаешь, это странно, очень странно. Мне уже танцевали. Ну вот меня позвали и сказали, что я победитель конкурса туристской песни. Я ничего не знал ни о конкурсе, ни о туризме. Но меня вытолкнули на сцену, это сделал Булат Ахуджанов. И уже сказал, теперь пой сам. Я сам петь не хотел, я говорю, что играю на гитаре, только в ре миноре и на трех струнах. Так мне очень геологи. А голоса у меня нет, не было и мало надежды, что появится. Но Ахуджанов сказал, что сейчас, если человек с гитарой, считается так. Чем хуже голос, тем лучше. А хуже меня на гитаре играл только сам Булат Ахуджанов. Я стал петь тем, что есть, и пою, пока есть чем. Ну, получив такие авансы, я снова поехал в экспедицию и опять захотел написать что-нибудь такое же, как «За туманом». Песня «За туманом» ребятам понравилась в экспедиции. И очень часто, особенно после зарплаты, мы с удовольствием пели. На этот раз песня получилась грустная, из-за житейских неурядиц. Тема осталась та же, еду за туманом, но с другим настроением. А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучший способ не поезд длинный, смешной чудак, знак рисуя твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный, смешной чудак, изгибаясь, твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? Заблудилась моя печаль между пихты и берез, и не действует по ночам расстояние наркоз. Расставаясь, шептал пустяк, ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, рад стараться, твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? Ариэлем хотел лететь, ни любви, ни забот. Или в горы, как Алитен, уходить каждый год. Вбей в колено тоску кулак, удержи от ненужных слез. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. Ах, поезд длинный, смешной чудак, как замучил меня вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Вот такая вот.
который в Кемеровской области, а не в Казахстане. Жил там в общежитии, пришел в гости к девушкам-геологам, просидел с 8 до 11 у них на краешке, у одной там, на краешке постели, а в 11 меня оттуда выгнал дежурную по этажу. Я вошел, как ты отреагировал, и написал песню о том, как я сидел с 8 до 11 на краешке постели и о чем мы разговаривали. Эту песню сначала долго-долго приписывали Владимиру Семеновичу Высоцкому. Он ее не пил, не записывал на магнитофон, а у него спрашивал. Затем стали, в последнее время стали приписывать американским иммигрантам. Вилли Токареву, Михаилу Шабутинскому, Михаилу Гулько. Гулько ее поет, действительно. Я вот в 98 году, в октябре месяце, ну, в прошлом году, в октябре, 40 дней был в Америке, и был в ресторане Одесса на Брайтон-Бич. Я во всех городах там был, но меня Миша Гулько пригласил вот это. Певец «Блатных песен». Вот он пригласил меня в ресторан, там был концерт небольшой для местного населения. И я после этого там остался, и Миша Гулько играл с оркестром и пел эту мою песню. Называется она «Гостиница». А я под нее танцевал. Я тоже как нобелевский премий. Танцевать под свою песню в Нью-Йорке в ресторане поэт известный певец. Нобелевский дар, это все-таки интересный случай. Ну вот. Так что называется песня «Гостиница», это не гостиница в Нью-Йорке, это простое общежитие в роднике Тимиртау, в горной Шой. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою, хоть на час тебе жених, ты невестою, занавесишься ресниц занавескою, я на час тебе жених, ты невестою. Баб Гретар, так и быть, не обидится, всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится, как ты любишь, голубой, мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою, было небо голубым, стало розовым, а я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Ну вот, теперь я спою песенку про вас. И про себя в том числе. Эта песня называется «Город», но там никакого города нет. Эта песня абстрактная, эта песня о мечте, о желании человека попасть в души других людей, интересных, интеллигентных, хороших. И самому тоже. Ну, это мечта у каждого. Также эта песня и про меня в том числе. Горы далекие, горы туманные, горы и улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир.
Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы, женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать, и самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом, и я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Жалко. Ну вот. После таких подвигов моих песен меня полюбили туристы. Они меня назвали автором туристских песен. Я победитель 4 конкурсов туристской песни. Я ни в одном конкурсе сам лично не участвовал, ни в одном туристском походе в жизни нет. Но тогда туристы, авторами туристских песен называли всех, кого они поют. Так, таким образом, авторами туристских песен оказались Булат Акуджава, тоже мне турист, Навала Матвеева, которая 20 лет неподвижно лежала, больная, с жучком были неприятности. Ну, Александр Качгалич, автор туристской песни, тоже интуристской, скорее. Вот. И мы все так не возражали. Раз туристка, так туристка. Но мне стало неудобно. Я победитель 4 конкурсов, туристской песни у меня нет. За туманом песня не совсем туристская. Там полно набитых в дорогу чемоданы. А где вы видели туриста, который шастает с чемоданом в руке по тайге? Вот. Но я специально для них написал песню туристскую. Ну, немножко через себя, так но все-таки туристскую. И скажу честно, писал я 10 минут. А поют я до сих пор. Я просто написал так, как надо было. Такая песня. «Говоришь, чтоб остался» называется. Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне в дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне, словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя, пусть лесною Венерою их-то лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать галера, чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках, рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне в дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. Я, правда, в геологии был в таком вроде туризме. Я был на Камчатке, на Памире, но в основном геология – это целенаправленный туризм. Там хоть деньги платят. А чтобы бесплатно кормить комаров, так сказать, грозно, это не способен. Но туризм, кстати, друзья, вот самый знаменитый туризм, вот Юра Висман, известный турист, мой большой друг, Боря Полоскин, дважды мастер спорта, тоже турист, и так далее.
Ну, Алик Круг из Минска тоже туризм. В общем, и я узнал, что туризм бывает разным. Бывает туризм маршрутный, бывает туризм. Это когда с рюкзаком по стране ходит. Он под девизом существует побольше взять, подальше отнести. Есть туризм водный, то же самое на байдарке. Есть еще один вариант водного туризма, это когда покупает человек билет на волжский лайнер за бешеные деньги и с любовницей двигается любой из берегами. А все оставшиеся от покупки билеты деньги полагается пропить. Есть интуризм, это хороший туризм, но дорого. Есть туризм фестивальный, это когда собираются на фестиваль. Скажем, Грушинский фестиваль. Собирается 250 тысяч людей собирается. И не дай бог дождь, а каждый раз бывает дождь. Но тут же вам трудно разобраться, где кончается туристский фестиваль и начинается массовая пьянка. Есть туризм базовый. Все события называются на базе. То есть база может быть в Анталии, база может быть на Волге, но там все туризмы объединяются, и каждый по интересам занимается чем лучше. В силу своего общественного положения мне иногда приходится быть на туристских фестивалях в качестве почетного гостя, члена жюри или, скажем, там президент фестиваля. Я президент фестиваля в Юрге, на Катуне и в Иерусалиме. Вот. Иногда попадаются песенки очень такие интересные, хочется поделиться. И вот я услышал после Грушинского фестиваля одного автора из города Тольятти, Женя Калаченко его зовут. Женя Калаченко написал песню «Базовый турист». Он сам не молодой человек, в принципе, тогда 45, но коренной бомж. Грязный, если пьяный. Но талантливый, очень талантливый. У него 300 таких лирических песен и много смешных. Вот это не понять, смешная она или нет, но зато очень нравственная и гуманная, и несущая добро песня. Называется она «Песня базового туриста». Мы однажды вместе с Васей отдыхали на Турбазе. Я из Волги не вылазил, и я с утрашки долбанул, что нам рифы, что нам мели. Развлекались, как хотели, возмужали, загорели, жалко Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу, он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Сразу видно, парень дёргый, спец отличный, мастер спорта, правда, тоже утонул. Прибежал директор базы, не видали водолаза? Все духи украл, зараза, всю похмелку умыкнул. Ох, найду, кричит и в катер, и с разбегу дернул стартер. И умчался на фарватер, и там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник. Здесь Бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикну караул. Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и самогоне, прибежал полковник Пронин, это сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой, рыбнадзор был вместе с лодкой, ну а к вечеру вообще два директора завода, все туристы с парохода, и главное, канули как в воду, ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился, он ничуть не удивился. Говорит, ты чё, взбесился, глянь на Волгу, вон она. Там на медне посередке затонула баржа с водкой. Может, с плавой походку. И нырнул, и тишина. Покой с этой алкогольной темой печальной, я спою еще более грустную песню, еще более моральную. Это песня моя. Я герой всех своих песен, и я всегда пишу про себя. Положительный или отрицательный всегда я, у меня культ личности. И вот здесь будет герой, попавший в тяжелую ситуацию. Этот герой я, в печальной ситуации, я оказался, ко мне пришел в гости мой знакомый поэт, гуснописец Юрий Тейх, сын знаменитого киноактера Георгия Георгиевича Тейха. Вот, он пришел ко мне в гости и увидел меня в этом печальном состоянии, сел за стол, взял бумагу и стал описывать это мое состояние. А я ему в этом деле помогал. А потом, когда он
написали текст, я придумал к этому делу музыку, если можно назвать музыкой, и мы выпустили в свет такую песню вот, гуманного плана, которую мы призываем к доброте, любите друг друга и в беде одного не оставляйте, а дальше помогайте. Песня называется «Беда». Про меня очень реальная песня. С одним человеком случилась беда, друзья от него отказались, не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он грустно живет, а помощи даже не просит. И я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно бросит. Весенних песен я спою несколько таких осенних. Когда наступает осень, песни становятся грустными, печальными, тоскливыми, длинными и нудными. Называются они геологические. Вот, когда работы окончили, экспедиции, домой не везут, тоска, безработица, все лежат на раскладушках, не бреются, не моются, не едят, если на животе гитара, пишутся длинные, нудные, тоскливые песни. Вот они называются геологические. Вот такую песню он споет, называется «Осенние письма». Потянула, потянула холодком осенних писем, и в тайне гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло в печь осеннего огня. Что же делать? Что же делать? Постучаться в ваши двери и как будто от убийцы, от себя, себя спасать. Первым к вам пойдет отчаяние, следом я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. Не везение, не улянец, стал замерзшим водопадом. Мне тепла от вас не надо, не тревожьте водопад. Только осень листопадом, только ты последним взглядом. Я ж просил тебя, не надо, все вернули мне назад. Уезжал в зеленый вон. Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужной ложью пустоту ночи бессонных и восторженных похвал. Потянула, потянула холодком осенних писем, желтых, красных, словно листья, устилающие путь. И опять лицом в подушку ждать, когда исчезнут мысли. Что поделать надо, надо продержаться как-нибудь. Связанные с дальней дорогой. Я ехал на платформе товарного поезда от Ленинграда до Владивостока, а потом морями и океанами я добирался до Петропавловска на Камчатке, и там в районе вулкана Карановский, среди непуганных зверей, в Карановском звании, работал в одной авантюрной экспедиции Ленгидропроекта. А потом летел обратно. И пока я это совершал, хотел что-нибудь написать. У меня ничего не вышло, все было интересно и хорошо. А когда хорошо и интересно, мне песни пишутся. И только в Ленинграде, когда мы сошли с самолета, мой приятель сказал такую фразу: «А все-таки жаль, что кончилось лето». Я понял, что это фраза из песни, которую я хотел написать. И что она шире, чем думал мой приятель, когда ее произносил. Не только о лете пойдет здесь речь. Значит, возрастная немножко. И холодно, и ветер, и сумерки в глазах. Разорванным конвертом закончился азарт.
и новые заботы, и трудно, и легко, от дома до работы совсем недалеко. А все-таки жаль, что кончилось лето, время летит, не удержать, дело не в этом. Среди взволнованных людей и в блеске мокрых площадей все-таки жаль, что кончилось лето. Проснулся я от радости, ложился спать с печалью. 180 градусов умножены на чале. Вчера так хмуро было, сегодня день каков. И снег всемирной гибелью всех белых мотыльков. А все-таки жаль, что кончилось лето. И не хотят, листья летят, сорваны ветром. Среди осенней кутерьмы и жизни радостной зимы все-таки жаль, что кончилось лето. Однажды было лето, оно внезапно началось. Однажды было лето, оно так много значило. Однажды было лето, что в памяти теряется. Однажды было лето, оно не повторяется. А все-таки жаль, что кончилось лето. Время летит, не удержать, дело не в этом. Когда в душе осенний дождь и ничего уже не ждешь, все-таки жаль, что кончилось лето. Еще другой теме интуризма. Я однажды написал песню про моих друзей, но написал им так. Я сидел в лесу, в тайге там, и смотрел в лес. И почему-то подумал о Париже. Я от тоски стал сравнивать тайгу с Парижем. Я из учительской семьи, меня дед и эта школа была. У нас было много книг, я начитался французской литературой. Стендаль, Дюма, Флобер и так далее. И после этого, почему у меня французские образы стали выскакивать. Но там они спрятаны, мои друзья, 7 человек, они под текстом там идут. Если внимательно слушать, что-то живое там шевелится. Это они. Но мечтать о Париже в те годы, это был год 66-й период, в те годы запрещалось. Не ездить даже, а мечтать. Вот. А ездить нам мечтал даже Свердловск. Потому что съездишь туда, выступишь, а потом там с партии угоняешь, работаешь, гонишь всех. Поэтому даже попадешь, нам трудно ничего, там люди страдают. Поэтому трудновато. В Харькове вот трижды снимали концерты, с клячками подряд. 3 раза приезжали, 3 раза снимали. Один раз сняли, очень забавно. Нам уже подходили на концерт, мы пришли, огромный дворец культуры там. И около него огромный щит, на котором написано, концерты отменяются в связи с болезнью исполнителей. А мы двое подошли. Мы пришли, стали около щита, а народ выходил, нас оставалась 1000 толпа, и нас фотографировали около щита. А бумагу подарили клячкам же. Содрали нам, да. А потом они устроили демонстрацию по Харькову. Там кончилось все. Вычет плачевно, но все вообще. Во дворце культуры Горького. Как, да я не понял, давно. Дорожников. Там демонстрация была, до дома пионеров, все состоялся. Директор пионеров, бросай пионеров, сняли из партии, и сработали. А он пошел на Плахово, стал красавцем в Брихе. В тот же день, прямо с этого туда пошли. Очень круто это время. Ну, а песня сама такая достаточно невинная. Называется она «Париж». Ты что, мой друг, свистишь, мешай жить в Париж? Ты посмотри вокруг тебя, тайга, подбрось-ка дров в огонь.
послушай, дорогой, вон там, а ты у чёрта на рогах. Здесь как на пляс бегают, весельем надо лгать, тоскою никого не убедишь. Монмартр у костра сегодня, как вчера, и перестать не надо, пропаришь. Немного подожди, подтянутся дожди, отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка, и перестать не надо, пропаришь. Закрыла горы мгла, подумай о делах, и перестать не надо, пропаришь. Когда он въехал, там такой, он же 17-летний был, это
сидит такой наглый ПДУшник. Моська тоненькая такая, ручки два пробиваются, ноль ушел уже такой, вскоре начнет. Но еще пока нет. У него шляпа огромная, шпага огромная, и фест торчит тут, а сзади это за пайкой ходит. Ботфорты 8 раз согнутые. Все же мы велико сосуды. Я вспоминаю песню, которую я однажды услышал 25 лет назад и пел ее даже. А потом я ее перелистал. А тут я ее вспомнил. Я недавно совсем узнал авторов этой песни. Это Игорь Лучинкин, Леша Куликов и Сергей Александров. Все трое из Одессы, из Одесского театра имени Иванова. Артисты. Поэтому песня немножко такая артистичная, сюжетом, там смысловатый, с тремя поворотами сюжет. Называется она «Госпожа Бонасье». Но в романе «Три мушкетера» есть такой эпизод. Д'Артаньян прячет свою возлюбленную, самую известную возлюбленную в мире, Констанцию Бонасье, в монастырь Кавери. Туда попадает Миледи и убивает доверчивую госпожу Бонасье. Но способ убийства песни с кайной, но это не важно. Д'Артаньян скажет ей на помощь, и застает уже умирающий госпожу Бонасье. Вот такой эпизод в романе «Три мушкетера». Но песня совершенно не об этом. Монастырь карвелиток, там, где пахнет духами и хвоей, по карнизу зари на свидание идет Д'Артаньян. Он красив и небрежен, он окно открывает ногою, и срывая одежды, ликуя, плывет в океан. Госпожа Бонасье вас качает, как белую лодку. Вам поутру опять по коврам собирать паруса. Госпожа Бонасье, вы счастливая женщина, только Д'Артаньян не придет. Д'Артаньян попадает в просак, то ли глухо забил, то ли встретил какую дурнашку. Только входит Миледи, от сырости зябкой дрожа. Госпожа Бонасье, вы стоите, душа нараспашку, и о ребра ломается тонкий кинжал. Где ваш белый платок? Дайте же левую руку. Потерпите немного, я вызову скоро врача. Госпожа Бонасье, ну снимите же трубку. У меня самолет через четверть часа. Дело в том, что я написал романс о том, как я потерял 3 рубля. В те времена это 3 рубля хотя была деньга. И вот прошло с того момента лет 25, и вдруг совсем не так уж давно, но Иващенко и Васильев спели песню о том, как они нашли 3 рубля. Не знаю, что это. Вот. У них так написано, что шли они вот так, увидели, и взят 3 рубля. И у них давно кому-то плохо, а нам хорошо. Вот так вот, 3 рубля нашли. Радость получила. Вот по его поводу. Вот, короче говоря, а я 25 лет назад потерял 3 рубля. Мне сказали, что вы мои верните хоть, но вы в новом числе. 3 рубля тоже стоит несколько больше. А романс такой, высоким слогом русский романс. Старинный, печальный. Сегодня обнаружил ровно 8, что потерял единственный трояк. Я произнес слова, что произносят, босой ногой споткнувшись ночью о рояль. Мимо люди шли, и песни пели, и был неудержим людской поток. А я стоял, как холодильник на панели, не нужен, абсолютно пуст и одинок. За что мне сразу все напасти? Я погрозил пространству кулаком, в луне крикнул, это твое счастье, что я уже давно с тобой знаком. Вот так всегда сначала все находишь, еще чуть-чуть покрутится земля, и все теряешь, и друзья уходят. Вчера тебя, сегодня 3 рубля.
помнил я, куда летел. Не видел рядом спящих тел. С пробитой вестью головой. И безразлично, что живой. И безразлично, что живой. А подо мной белым-бела равнина облаков плыла. И вижу сквозь нечеткий свет, по ней плетется человек, по ней плетется человек. И стало мне пустынно вдруг, ведь это мой погибший друг. И холодочек по спине, вот он махнул рукой мне, вот он махнул рукой мне. Нет, это сон всему виной. И вновь все пусто подо мной. И боль укутал мысли шел. Куда он шел, куда он шел? К кому он шел, к кому он шел? И где б не сел мой самолет, меня в пустыне этой ждет. Мой друг и ждет меня пока. Моя палатка в облаках, моя палатка в облаках. Я спою сейчас еще одну песенку, на прощание будет, и мы с вами расстанемся. Я спел все, что хотел спеть. Но остальное, что в этом месяце, можно еще второй концерт делать, но будет уже слабее. Потому что это все самое лучшее. Ну вот, ну сейчас я спою песню, которая у меня финальная, после нее надо сразу уходить, у нее такие слова. Мастеру позволено. Ну, можно все.
вы имеете право на личную орфографию. На память это как? На добрую память. На память. Держу перчатки. Кто оставил? Кто оставил? Добро прошу. А это моя дочка. Она послушает биографию. Ну, почему через первый раз? Прости меня. Живьем? Ну, живьем, да. А? Дочка из да, она не поет, она немножко, она журналистка. Нет, она сама не поет. Так, как тебя зовут? Меня зовут Аня. Аня, почему? Да. Если ты не знаешь. Я знаю. Как вас не принимают? Здесь красиво. Идем. Спасибо.